Ну а в Русском театре столицы сегодня прошло представление для детей, посвященное Рождеству Христову. Организаторами действия выступили Республиканский комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациями и Махачкалинская епархия Русской Православной Церкви. С поздравительной речью выступил епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам. На спектакле побывали и чиновники правительства. Этот великий праздник на протяжении столетий несет свет веры, надежды и любви, укрепляет веру в торжество добра, справедливости, созидания, олицетворяет веру, любовь и надежду. Этот праздник побуждает людей к чистоте деяний и помыслов, страданию и милосердию, бескорыстной помощи ближнему, способствует улучшению нравственного климата в обществе.